Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на вечере камерной музыки. Концерт сегодня необычен тем, что перед вами выступит фортепианный дуэт в составе лауреатов международных конкурсов Гульжан Узюмбаевой и Ботагоз Айкалкаевой. Гульжан Узюмбаева – композитор, пианист, лауреат первой премии открытого конкурса камерной музыки, член Союза композиторов Казахстана, солистка Казахской государственной филармонии имени Жамбылова. Ботагоз Айкалкаева – дипломат международного конкурса имени Гурымова Туркмении, педагог кафедры специального фортепиано Национальной консерватории имени Курмангазы. Прошла стажировку в Высшей школе музыки и театра Германии. В первом отделении нашего концерта вы услышите сонату Иоганнеса Брамса для двух фортепиано в четырех частях, опус 34 выпуска. История создания фортепианного квинтета необычайно интересна и вместе с тем запутана. Изначально Брамсом был сочинен струнный квинтет с двумя виолончелями, который не имел успеха и был раскритикован Йозефом Яхимом. Вторая редакция сочинения соната для двух фортепиано была исполнена автором совместно с Карлом Таузигом в Вене в 1864 году и произвела достаточно сильное впечатление на слушателей. Однако, по совету Клары Шуман, который больше нравился первоначальный вариант, Брамс вновь переделывает произведение, но уже фортепианный квинтет, закончив партитуру осенью 1865 года. В результате всех произошедших изменений квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано стал одним из самых популярных произведений великого композитора. Я думаю, нам пора послушать это произведение. Я приглашаю на сцену лауреатов международных конкурсов Гульжан Узюмбаеву и Ботагоз Айкалкаеву. Thank you.
дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Фортепианная музыка занимает особое место в творчестве Сергея Рахманинова. Лучшие произведения он написал для своего любимого инструмента – фортепиано. Широкий диапазон выраженных в них чувств и состояний, от тихого покоя до сильной взволнованности, от светлой радости до сумрачной печали. Рахманинов следовал лучшим традициям классики и, прежде всего, русской, являясь проникновенным лицом русской природы. Сейчас мы представим вашему вниманию произведение Сергея Рахманинова «Фантазии картины», сюита номер один для двух фортепиано, опус 5. Юношеское сочинение композитора, посвященное Петру Ильичу Чайковскому, было создано в 1893 году. Сюита состоит из четырех частей: «Баркарола» и «Ночью любовь», «Слезы», «Светлый праздник». Каждая из них предваряется стихотворными текстами творения Лермонтова, Байрона, Тютчева и Фольмова. И сейчас я приглашаю на сцену Гульжану Кузимбаеву, Юботорос Айкаткарова. Thank you.
час, когда в тени ветвей поет влюбленный соловей, когда звучат любви обеты, огнем живительным согреты, и ветра шум, и блеск волны, какой-то музыки полны. Thank you.
грозы людские, льетесь в ранние поздни порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую, порою ночной. Thank you.
и мощный звон промчался над землею, и воздух весь гудял и лепетал. Певучие серебряные громы сказали весть святого торжества. Казахской национальной консерватории на вечере памяти Газизы Ахметовны Жубановой.